Алексей Магомедов профессионально рисует вот уже более 10 лет. Художник разработал собственную технику рисования шаржевых портретов. Ее главная особенность в том, что на рисование одного человека мастер тратит не более 5 минут. Быстрые, добродушные карикатуры известны многим крымчанам. И недавно с ней познакомились севастопольцы на мастер-классе. Мне очень нравится, что Алексей рассказывает про теорию, именно про то, как расширить свои границы, уйти от каких-то рамок, поэтому очень заряжает. Мы не приступили к шаржам, но я уже на самом деле очень зарядилась как раз с этим настроением творческим. Очень здорово. На мастер-классе художник познакомил своих коллег по рисункам и с теоретическими знаниями. По его мнению, создание шедевра в первую очередь зависит от интеллекта творца. Необходимо замечать детали и работать с образами, ведь в каждом человеке множество ипостасей. Вдохновением для творчества может послужить что угодно. Меня вдохновляет все. Меня вдохновляет жизнь со всеми ее событиями, случайностями. И не случайностями. Это не первый мастер-класс Алексея Магомедова. Он проводил их и в других городах. Однако своей основной работой художник считает рисование шаржей на заказ или непосредственно на праздниках, куда его приглашают. Шуточный портрет, по словам мастера, это лучший подарок каждому. Алексей Магомедов – первый иногородний художник, выступивший в Центре гуманитарно-технической информации. Центр гуманитарно-технической информации становится, наверное, местом притяжения современных художников. Ну, не только художников, как и фотографов, в принципе. Нам было, в принципе, интересно, какие есть современные художники, не только Севастополя. Но мы решили, в принципе, посмотреть, скажем, охватить Крым. В Центре гуманитарно-технической информации действует библиотечный проект «Арт-класс», участником которого может стать каждый. В рамках арт-класса гости библиотеки знакомятся с работами художников и фотографов, получают возможность научиться чему-то новому и узнать больше о современном творчестве в Крыму. Встреча с шаржистом Алексеем Магомедовым стала первой, а впереди еще много мастер-классов. Мария Легина, Юрий Риутин, Севинформбюро.